Для меня хоть козу опуска завезли туда. Если во имя того, чтобы работал порт, на сегодняшний день это не есть. Самое, чтобы везли туда. Оттуда ничего не заливали. А все, что за 10 лет можно было звать, звали все. Подождите, значит, вот в данной ситуации, поэтому первый пост зарплату дали. По сертификату документы находятся в министерстве. Я лично разговариваю с министерством, в течение следующей недели документы должны это сам. Но меня даже не так сертификация волнует. Мне волнует 700 тысяч, где мы возьмем? Вот где оборудование возьмет 700 тысяч, скажите, пожалуйста. Зачем мне вам сразу их брать? Пусть начнут летать, рейсы начнутся.